Всем привет, друзья, с вами Малдер, и мы продолжаем играть в четвертого ассасина. Мы взяли задание. Задание взяли, а мышь не взял. Другую имеется в виду. Нам надо потопить испанских фрегатов. Один. И бригов тоже один. Он там, блядь, целый. Ебать, там сколько их. О, блядь, так, ладно. А ну, суки, погнали. Я так понимаю, вообще похую какие. Это бриг? Это шхуна, блядь. Блядь, 50 дерева, нихуя себе. 50 дерева нам бы пригодилось, а тут что такое? Вот бриг, это точно. Блядь, дерево 40. Дерево 40. У нас народу не очень много. Ну, похуй, на самом деле вот этот потопить будет, наверное, даже легче. Блин! А ну, суки, стоять, блядь. Ёб твою мать, и здесь не вышло. Народ ты. Как не вышел? Капитан, о, хуй, не вышел. Готовы, сэр! Блин! Садите ко мне, сэр! Есть! Всё, сразу нахуй. Так, тихо, нам, блядь, тут не надо их таранить. Мы сейчас захерачим. Рифы, брат, срочно! Давай, ну что там, блядь? Народ там уже забегал, смотрю. Засуетились, суки! Бля, волны огромные просто, почему так? Ну, конечно, это не волны, блядь, убийцы, нахуй, ну. Тоже не маленькие, хочу сказать. Так, ну-ка, давай-ка используем. Сейчас мы тут захерачимся. Сразу, где они там? Убил хоть кого? Никого, ну. Ой, блядь, ой, сука. Да, блядь, что такого-то? Я прям его же захерачил. Где? Не. Так, одного только убили. Да твою мать, это пиздос. Вот это стрельба, вот это я понимаю. Сколько мне? 30 пулек, нахуй. На тебя, нахуй. Минус один экипаж. Так, ты тоже сдох. И ты сдох. Все, 50 дерев захвачено. 50 деревяшек есть. Но нам не этот корабль-то нужен, нам не нужна шхуна. Так, починить галку. Слушай, у меня галка-то, блядь, не починена, что ли, серьезно? Да ты чё, блин? А я пошел на фрегаты выебываться. Это поворот, блядь. Все, галка как новая. Так, вот это что такое? Мы захватили груз. Поймать ветер! То, что нужно, фрегат, блядь. А чё фрегать-то? Ох, нихера, дерево, 144 дерева. И металла там что-то полным-полно. Так, и бриг здесь же, блядь, плавает. Хорош. Да-ка нахуй. Попали, по всей видимости. Попали, суки. Так, давай. Опа, разворачивается. Не понравилось, блядь. Блядь, на таран хуярит. Ах, сучка. Блядь, не попал. Уходите, попали! Стой. О, сейчас захерачу фрегат, точно вам говорю. Готов к бою, надеюсь, сэр. В любом случае. Пли! Пли! Ага, блять, там из брига ебашь. Сам! Что? Все в волны, блядь. Ой. Готовы, сэр. Как неудачно получилось. Хватит, кто не ебашь, пидор. Так, попали вроде, да? Готовы! Отлично! Позиция. Ой, все, тихо. Так, это что тут за ебала выскочила? Бли! Зал! Это что за хуерга? Блин, ой, ну-ка стреляют! Стреляют, суки! Они стреляют! Обойна! Бли! Блин, тут нас огород, блин, ты че? Нахуй, прям бок о бок, блядь. Ждем приказа. Давай, бочки нахуй. Где фрегат-то, блядь? Ну-ка, давай-ка нахуй, мы сейчас... Все паруса, парни. А что, я... Блядь, только не пиздошу. Руки готовы, на абордаж! Так, кого-то убить надо, сука, этих двух пидоров высотных. Так, вот тут вот сколько много. Давай, волны, блядь, давайте нам волны, блядь, нам надо. На, нахуй. На, сука. Блядь, да ладно, как он вернулся.
Да, отлично. Так, 6 человек захерачили. 6 человек. Сражайтесь, олухи. 7, да? Но мне надо в любом случае, наверное, туда попасть. Да ебки мы задели еще. Ну что ты, что мне кто-то клавиатуру садится, блядь, если что, надо будет перекурчик сделать, я уже приготовил другую, она тут более смешная, блядь. Ну-ка, все, спасти надо кого-то, суки, блядь, напали на моего подчиненного, волки, блядь, позорные. Так, все, тихо, блядь. Давай-ка сюда мы сейчас заберемся. Убить. А, пошел отсюда, блядь. Щегол, блядь. Ой, я что-то на карту нажал, твою. Пистолет. Оп. Гад. А, еще одного человека надо убить. Твою мать. Ну чего вы не убиваете? Блядь, одного всего лишь. Всего лишь одного человека. Мне надо самому все вопросы решать. А у меня, блядь, кулака. Одного человека не могут убить, блядь. Пол команды захуярили, блядь, не могут одного. Что за тут? Твою мать, а? Да, однако. Нам надо чинить кораблик-то, блядь. Починить галку. Дерево 144. Металл 90, блядь. Нормально. Сейчас еще этого козла потопим, блядь. Который выебываться на нас. Зачем вы на него выебываться начали? Так, где он? Так, это он. Блять. Спустить паруса, ловим ветер! Так, тихо. Мужчина, блять. Еще воды, быстро! Давай нахуй, мачка! Блядь, прямо туда! Готов. А на нем чего есть? Бля, дерево 50. 50 деревьев. Да, сука, возьми ты штурвал, ты твою мать. 50 деревяшек. Деревяшки нам нужны, блядь. Тем более полтинничек. Полтинничек дерева. Это всегда хорошо. Так, двоих сразу захерачил, блядь. Троих, блядь. Бля, нету, мимо надо. Четверых, еще одного, еще и один. Где? Кто тут несчастный, блядь? Может, они так убьют? На палубу крыс не пускать! Народ-то нет никого, блядь. Твою мать. Все делать самому приходится. Все самому, блядь. Что там, что за команда, блядь? Вот тут жалко, нельзя умение прокачивать команды, на самом деле. Дерево, ткани, экипаж плюс один. Починить галку, да. Чиним галку. Сейчас еще два брига. Топим. Задание выполнено. Мы на этом задании, на самом деле, нормально так подлатаемся. Так, где? Это кто? Блядь. Можем улучшить корабль. Материалов хватит. Это кто? Бриг. Брик вот нам больше интересен. Держись! Сейчас ударим! А что там на фрегате? Блять, ну фрегат какой-то нищенский, блять, на самом деле. Давай, красотка, нищенский фрегат, блять. Вот Викторию бы пиздануть сейчас. И еще сделать так, чтобы брик, точнее не брик, а этот самый, как он, фрегат не увидел то, что мы ебашим, блядь, испанский флот, блядь. Так, мы сейчас тараном нахуй захуярим, точно, блядь. Со всего размаха, блядь. На, нахуй, в бочину, блядь. Эй, блядь, нихуя. Ой, брик там не разворачивается, этот хуй. Сэр. Ой, блядь, там еще кто-то. Осторожней, капитан! Залп! Залп! Только скажите! Ну, готов, ладно, наверное. Не сдох? Да ты что, блядь? Блин! Я большую часть, конечно, промазал. Так, ладно. Крюки. Один брик готов. Практически.
Так, вон там... И меня, по-моему, никто не видит, да? Тащи их сюда! Я имею в виду из больших кораблей, вроде. Ну, какая-то залупка там плавает. Какая-то, блядь, посудина. Ну? Подтаскивайте, суки. Ленивые, блядь. Так, один готов. Что, блядь, ни одного не убил? Это что, блядь? Как такое возможно? Так, двое. Двое-то хули. Второе. Вот такой бы с собой носить, блядь. В кармане. Цвету, блядь. Хульканет, блядь. Да, нахуй. Так. Давай сейчас поебаем их. Раз. Два. Три. Это у нас шесть человек, да? Ну-ка, Эдик. Перезаряди-ка волыны. Все. Так, а что он там, блядь, на него... Там что-то он наш завис, блядь, один человек. Ах ты ж, блядь. Так, двое. Еще двоих надо заебашить. Там заглючил что-то один, блядь. Так, раз. Блядь, ты что ты нахуй промазал? Все, готово. Один брик точно готов. Это у нас 15 минут уже ушло. Нихуя себе практически. Долго. А что делать, блядь? Так, как быть с кораблем? Ткани. Блядь, галка в починке не нуждается. Ну, хуй с ним. Другого варианта нет. Не во флот живет, правда. Зачем она нам нужна? Можно, конечно, на кристалл ее там переебашить. Так, еще один брик, сразу вижу. Сходимся. Дерево 80. Свободу гротам! Так, дерево 80. А еще что-нибудь тут есть поблизости? Не, вроде бы нету. А это кто? Шхуна, ром. Блять, шхуна мне не интересна. Вон брик там, и он кого-то ебаш. А, по нему хуярят, блять, эти. Наши. А, там форт наш хуярит. Ах, сука, там еще какой-то кораблик. Ну почему? Металл 180. Вон ебашут их, блять. Чтоб каждый парус наполнился ветром. А вон там что такое? Ловим ветер, сколько есть. Блять, еще один фрегат, да ты что? Я не хочу их херачить, блять, на самом деле. В том плане, что... Тут выживший! Это очень как-то напряжно, там... Это кто? Фрегат, металл 117. Мне бы найти кого-нибудь тут... Одиночный... Одиночный брик. Это вообще, блять... Блин, какой-то нищенский. Эта хуйня тут крутится, блядь. Так, а я хоть где, блядь? Давайте, брик-то мне, ёпты, блядь. Давайте глядеть, где мы находимся вообще. Сейчас мы путь какой-нибудь выберем. Это что такое? Обломки Ла Консепсьон. Ла Консепсьон, блядь. Да? Сука. Ну хуй знает, давайте, блядь, сюда, что ли, пойдем. Тут плавает чей-то груз, капитан. Давай заберем груз-то, блядь. Нехуй ему плавать. Так, где там, километр? Разворот, что ли? Да. Блях, очень плохая погода. Очень плохая погода. Еще парусов! Твою ж мать, сейчас бы какие-нибудь... Волны убийцы не пошли. Он такой печальненько. Так, а что это такое-то? Ох, блядь! Ох, ебаный. Так, валим. Я на карту просто посмотрел, смотри, что-то. Желтенькое пятнышко, нихуя себе. Сейчас, блядь. У Эдика на штанах, блядь, от такого вида желтенькое пятнышко, блядь, образуется. Так, фрегат. Блядь, тоже какой-то. Какая-то хуйня. Там еще не островок, а местность есть, которую можно захватить. Исследовать, точнее. Исследовать.
И мы ее сейчас исследуем после того, как... после того, как... Опа, что это такое? Это все большие фрегаты, блядь. Одиночный бриг нужен, всего-то лишь. Всего-то лишь одиночный бриг. Все, шторм стихает вроде бы. Итак, нырять сейчас будем. Что там спустить все, кроме грота? Нырять сейчас будем. Благо, с этого задания можно уйти. Иметь в виду выполнить в любое время. Я про потопление бригов и кораблей в принципе. Сундуки 7, фрагменты анимуса 3. Блять, наверное, куча акул. Вон я уже вижу. Плотва какая-то тут. Итак, итак, итак. Где у нас сундуки? Они все разбросаны кучкой. Блять, поплыли. Поплыли. Где-то тут первый сундук. Так, давай, Эдуард. Надо спрятаться в травку, блять, чтобы не пизданула ебучая акула. Стоп, 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 а где сундук-то, блядь? Что-то я не понял. Я его слышу, но не вижу, блядь. Это заебало, нахуй. Хуило, блядь. Так, 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 подожди, а как же мне быть? Или тут какой-то заплыв, что ли, есть? Нет, тут не... А, это корабль, блядь. Так, это корабль, да? Сейчас сдохну, наверное. Я сейчас точно сдохну, потому что воздуха-то у нас и нету. Так, воздух кончается. Как нам вниз пробраться? Здесь прохода-то нету. Так, акула, пошла нахуй. Сука, воздух кончается. Где у нас бочки-то? Так, бочку вижу. Давай-ка мы в нее залезем. Подышим. Можно развернуться, Эдуард? Все, что тут нет, нихуя, блин. Странно, блин. А как мне тут те сундуки-то взять? Я вообще что-то не представляю. Нет, самое смешное, где они, я не пойму. Они тут, блядь. Люди, сука. Да, блядь, Эдик, блядь, твою мать. Давай сюда, греби твою мать. Жгите, блядь. А, тут, наверное, где-то есть заплыв. Ну, точно, вон анимус, блядь. Говенный. Вон, вон твою, жгите. Давай, давай, ебашу я эту суку, блядь, зубастую. Зубастая тварь. Давай, ножом хоть чем-нибудь то нам там. Надо было захуерить. Так, анимус, блядь. Анимус есть. Бочка. Бочку давайте пока рано, наверное, да? Ну ты мразь, ебаный. Блядь, все, пизданул. Нет, еще живой. Так. Угу. Где-то еще одна бочечка. Ой, не бочечка, а вон сундук. Давай, давай, иди, блядь, с твоей мать. Сейчас мы все пиздец, наверное, да? Или еще нет? Ну, она плавает, тварь, блядь. Зубастая скотина. О-о-о! Блядь, твою мать, а! Я чуть-чуть до бочки-то не доплыл, на самом деле. Ой-ой-ой-ой. Как плохо. Ну, хорошо, хоть не сначала. Начинаем. Я имею в виду эти сундуки. Что, блядь? Я сейчас не понял нихуя. Эй! Какого хуя? Простите, блядь. Бля, это что, это мне задание не засчиталось, что ли? Нихера себе, блядь. То есть мне и фрегат не засчитался, и бриг один.
Твою же мать. Так, ладно, это что такое? Брик есть один. Второй вон плывет. Быстро, быстро. Фрегаты, блядь, найти проще. Бриги какие-то редкие, блядь. Так, ну, нахуй. Маркеры — лучший выбор в дальнем бою. Ушка готова! Бли! Бля, не попал? Бли! Ой, таранно. Ох, ебать. Сейчас столкнемся, держись! Бли! Бли! Все, сейчас быстро прям все делаем. Пизду, блядь. Спустить промзеля и бомбромзеля! Они попали, капитан! Зал! Карма, блядь. Так, есть. Черт, вы спятили? Бли! Бли! Пойдем на перерез, нас протаранят! Бли! Да, однако ж, блядь, вот это нихуя себе, потерял 20 минут, на. Все паруса! Не, ну я не потерял, конечно, мы там ресурсы-то, я надеюсь, что засчитали, блядь. Поднять брамсели! Я не буду, нахуй, ебать мозги. Марселя, брамселя! Ну просто сейчас затаранил. Да, Марселя, лиселя! Поднять все паруса! Держи! Сейчас так! Убавить паруса от бури! Сахар, так, это мы все взяли. Сейчас мы тут просто все подберем. Я не буду, блядь, его штурмовать. На абордаж, блядь. Приводим лиселя, потому отдать, что это, вперед! Ну это долго. Марсели, бомбрамсели! Так, ткани 5. Там кто въебывается? Ой, не то. Это что? Шхуна, блядь. Она утонула, кстати. Там ткани. Да, блядь, это прям как-то мне озадачило, я бы сказал. Так, кто? Вот еще один брик. Погнали, быстро. Сейчас вот заебашим, блядь. А вот кто-то уж ебашит, блядь. Так. Блин! Вот нахуй. Наши хуярят, блядь. А, все, он готов. Ждем приказа, сэр! Сейчас, мужики. Блин! Чё, ты не утонул? Бой готов, сэр! А чё? Что, хороша водичка? Рифить все марселя! Здрасте, ограбить, блядь, металл, так спасти. Есть. Так, теперь фрегат, блядь. А чё ты, Эдуард? Ты меня, конечно, извини, но, дружище, может быть, за штурвал? Капитан. Есть смысл. Есть смысл встать. Так, это ещё один брик. Слева, сэр! Ещё один брик. Я прав? Да, ром, сотка, сахар, блядь. Спусти паруса, ловим ветер! Вот в прошлую попытку, вот, нихуя Атак у нас не было бомб-рамсели. Бригов. Сейчас бригов полно, блядь, нету фрегатов. Что за ебаный раз? Спусти бомб-рамсели, ебануть. Паруса спускать, убрать гроты. Ну что, пиздануть, блядь, по мне... Они уязвимы здесь, надо бить! Сам! Сильно, сейчас заебашим, блядь. Короче, залп нам поможет! Вот и все, сейчас еще и сахар, и рома, и ебанин. Так, его потопили, блядь, отлично. Где груз-то, блядь? Что? Груз? Пидоры, блядь. Вот эти потопили, блядь, короче, с форта, блядь. Ебаный проебанный. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. И проебали грустно. Последний выстрел они сделали, блядь. Марселя, суки. Брамселя, наебали, брамселя, блядь. Поднимайся, о! Блядь, фрегат, нахуй. Ну-ка, давай. Фрегат тут. Сейчас нам еще помогут, блядь, из форта. Будет здорово. Залп! Поймаем ветер! Так, мортиры нормально захуярили. Готовы стрелять, сэр! Бли! Попали! Бли! Ох, блядь, ничего себе, его затаранил, блядь. Нихера, блядь. Убавить лиселя! Бли! Уязвимы здесь, надо бить! Бли! Жду приказаний! Бли! Все, потопи... Блядь, да почему, сука, мне пидоры ебучие вы с этого ебаного, блядь, форта, нахуй. Гроты отдать, вперед! Я последний выстрел хочу сделать, блядь. Поднять все паруса! А эти перехватывают.
Вы чё, суки, блядь, против кого вы воюете-то, нахуй? Против своих же, я столько патронов потратил. Ядер, блядь. Так, чё там? Там что-то маленькое. Блядь. Где, сука, фрегаты, блядь, говённые? Пиздос, нахуй. Ебануться, блядь. Так, ну-ка, нахуй, быстро, блядь. Нам ещё в этой серии надо... вот этот гребаный клад там собрать. Кто ты? Во, фрегат. Дерево, 144, металл 90, отлично. Так. Ну, там что-то тоже, блядь, взорвалось. Так, достану. Блин, сука, он от меня уходит. А ты кто? Слева по борту. Фрегат Мерилин, блядь. А он что-то, блядь, вообще никакой, нахуй. Фрегат-то Мерилин. Он на рейде, что ли, стоит? Блин! Ну, я попал. Только дайте знак, капитан! Но мне не засчитали его. Какого-то хуя, блядь. Залп! Держите старший полит... Так, ладно. Плохо дело! Похоже, фрик... К бою готов, сэр! Чё плохо делать? Чё ты, блядь, пиздишь нас? У нас брони, блядь. Давай, где ещё? Блин! Есть! Уходи, в нас попали! Блядь, попали. Блин! Что впустить всё, кроме гротов? Ой, ёй, там ещё... Блин! Удачная позиция! Блин! Блин! Подходящая дистанция! Ой-ой, ну-ка давай нахуй. Все, пробили. Ну вот этот можно захватить, на самом деле. Там очень много ресурсов. Убавить парусов! Ну, что это? А, задание выполнено. Есть, выполнено задание. И что нам там дали-то? Кроки по ветру! Давай, давай, там, блядь, тут он сбоку еще мозги. Атак Марселя и бомб Рамселя! Фрегат. Жалко выглядит фрегат-то, на самом деле. Спустить Рамселя и бомб Рамселя! Ни парусов, ни хуя. О, убить капитана. Вот это мне нравится. Командой-ка, пошел отсюда. Командой, капитан. Капитана больше нет с нами. Это замечательно. Блядь, как мимо-то она? Есть. На тебе, все, сразу пятерых. Пятерых, блядь. Пятерых, там троих, наверное, получилось. Раз. Два. На палубу к нашему пускать. Так, восемь. Восемь есть. На палубу крыс не пускать. Раз. Блять, там. Обороняйте палубы. Блять, не долетел патрон. До этого самого, как вы. Давай перезаряй. Че ты, блядь, тормозишь? Тормозо было, блядь. До бочки. Хотел бочку захуярить, блядь. Так, эту бочку нельзя ебашить, потому что... Бляха. Так, еще двоих. По-моему, мы даже не потеряли никого из капа. А, все, минус один пошел. Так, раз. Блин, я не достреливаю до этой хуйни. Все, готово. Минус два. Два. Минус два. Вроде как. Может побольше, конечно, может я не заметил. И чё? Вот это добыча. Металл 90. Дерево, блядь. Починить галку. Это заебись. Сейчас идем. Быстро собираем те сокровища с корабля. Благо, я надеюсь, те-то сундуки засчитались. Там вроде помечено, что мы якобы там были. Где этот ебучий? Вот он. Ла, конспесион, блин. Вот и все. Вот и все. Там какой-то груз, блядь. Ну нахуй все эти грузы, блядь. Вон тут 800 метров осталось совсем недалеко. Это что такое тут плывет? Ткани ромб 50. Нам надо ромбом продать, блядь.
Ну что ты, блядь, тут жопу-то подставляешь, блядь? Специально для тарана. А что это такое? Тут местные все охраняемые, что ли, типа того даже? Ничего себе. Вроде бы не было. Или была, я внимания не обратил просто-напросто. Возможно, возможно, не обратил внимания. Что за чертеж тут вот дадут, интересно знать. И море опять у нас неспокойно. И море неспокойно. Хотя шторма, нет, блять, по-моему, не будет их. Смотрите, сэр, там что-то есть в глубине. Меньше ход! Давай, причаливаем. Опускаем колокол. Сейчас глянем, что там осталось. Засчиталось это, не засчиталось то, что мы там взяли. Хуя знает, непонятно. Я надеюсь, что засчиталось на самом деле. Потому что тут вроде как помечено, что мы здесь были. Доступно быстрое перемещение, к тому же. Ну-ка, все. Да, слушай, засчиталось, блядь. Ну это, ладно, это заебись, что засчиталось. Так, вот тварь, блядь, уже плывет. Смотри, блядь, она смотрит на меня уже, блядь. Пошла вон отсюда, сука. Зубастая, блядь. Проститутка, блядь. Бля, ну медузы-то откуда тут взялись? Да хватит меня жрать, блядь. Еще она на медуз меня кидает. Давай, бери сундук. Спрячься от акул. Куда мне, блядь, спрятаться-то? Тут от них не спрячешься, не скроешься. Эти твари, он еще, блядь, склизкие, блядь. Ебут голову. Так, где у нас сундук? Блядь, сколько акул-то, ты глянь там. А тут травки-то не спрячешься, блядь. Тут ее просто нету, блядь. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Давай, вскоритель, блядь. Все, последний укус, что ли? Да как так-то? Десинхронизация, твою мать. Сейчас раз опять на берегу окажемся, блядь. Блядь, я этого не переживу, нихуя. Мои... Нет, нормально. Мои нервишки, блядь, это не выдержат нихуя. А где у нас анимус, блядь? Да, там два, они прям рядом, на самом деле. Так, рыба. Пошла вон. Рыба. Так, акула, блядь. Пизда зубастая, блядь. Так, не видно меня нихуя. Я стелс. Акули Хитман, блядь. Так, иди отсюда, нахуй. Иди, сука, блядь. Тварь, блядь, почему ты меня сразу ебошишь, блядь? Ну, ебать, колотить, блядь. Давай. Так, пробел. Давай, сука. Отлично. Живем. Нам хотя бы на этом здоровье еще, блядь, сундук бы один взять. Я, правда, не знаю, как это сделать, потому что такую пору, блядь, как акул. Этих вот склизких, блядь. О, блядь, да ладно. А как вот его возьмешь, блядь, правда? Там... А, здесь дыра есть. Так, ладно. Или нет тут нихуя? Нету, блядь, там туда придется плыть. Так, мне нужна бочка. Вот тут и акула, блядь, две. И медузы обоссанные, блядь. Ну и чё, блядь, как мне чего тут... Ну вот, травка. Вот, оп, спрятались, блядь. А где у нас, надо посмотреть. Нет, у меня воздух кончается так-то. Бля, вот бочка-то, нахуй, ёбаная. Опа. Отлично. Вот кораблик. Наверное, сундуки здесь, я надеюсь, во всяком случае. Ну, там вижу анимус сразу. Анимус. Есть анимус. Сундучок один. К сожалению, только один. А где второй-то? Блин, я его слышу, но не вижу. Все как обычно, блин. Ну неужели он где-то с другой стороны? Ну хорош, вы че, блин? Может, он, конечно, на палубе прям находится. Тут нету точно. Тут нету точно. Один сундук остался на самом деле. Один сундучочек. Бля, походу придется выплывать. К зубастым.
Блять, ебать колотить. Уйди, сука. А что тут можно сюда? Да, тварь какая, ты посмотри, а. Что? А, медик тут. Сука, сейчас сдохну. Видите? Так подожди, я ж тут был, или нет? Твою мать, нужен воздух. Нужен воздух. Где, где? Блять, я заплутал. Заплутал. Где-то бочка, блядь, тут была прям. Вот она, на палубе. Опа! Я в домике. Пиздень зубастая, блядь. Вон, вижу сундук, кстати. Опа. Так. А анимус где, блядь? Сундуки все. А анимус где? Может, он выше? Ха, точно, гляди-ка. Как чувствовал просто. Чуйка, блядь, а? Мимо, блядь, акулка, блядь. Ах, сука, сейчас попало, блядь. Есть попадание? Вон там одна акула заглючила, блядь, кстати. Так, колокол, колокол, все. Все, да? Да, все есть. Все сделано. Я даже не заметил, мы чертеж-то нашли или нет? По идее, вроде как должны. Нет уж нахуй, сейчас все, блядь, вы мне не догоните. Сволочи. Вернуться на корабль. Вот тогда, блядь, ну и серия, нахуй. Где чертеж? Или не было никакого чертежа? Ой, блядь. Так, погоди-ка. Все, мы идем вот сюда. Сантонилья. Сантонилья. Интересный островок-то, между прочим. И там точка обзора есть. Правый борт, Кэт! Спустить паруса, ловим ветер! На мачты, тут прям плыть-то, блядь, минуту. Паруса отдать, круче к ветру! Ох, все опять волна отдать. Пошла. Но здесь запретная зона. Здесь запретная зона, и там, блядь, по-моему, фрегат свой, фрегат, блядь, линейный. Линейный есть. И не линейный тоже. Там они что-то патрулируют, суки. Ну, мы, наверное, прошмыгнем. Незамеченными. Сейчас тут как-нибудь припаркуемся, запаркуемся. Так, 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 а тут, между прочим. Эх, нихуя себе. Блин! Впереди утес, сэр! Узковато, блядь. Спустить брамсели! Живей, живей! Какая-то крепость, блядь, гляди-ка. Ничего себе. А люди-то есть? Хуя знает. А люди-то есть? Вон, звери есть, кстати, звери есть. Сундук, по-моему, вижу, блядь. Капитан за бортом! Какая-то косуля, блядь, что ли? Что это такое, блядь? Стелл, тут остров-то не маленький, нихуя ведь. Так, где я зверя какого-то видел? Съебался, блядь? Вон зверь ходит. Но людей не вижу. Оп, нихуя ты, блядь. Сдохну? Так, снять шкуру. Это кто такой, блядь? Что за зверь такой невиданный? Шкура оленя, блядь. Так. Шкурка оленя. Давайте на сегодня закончим. Мы будем изучать этот островок. Полуостров. Нет, это, наверное... Я сейчас на острове, блядь, на самом деле. Да-да-да. Суша, окруженная водой, это остров, блядь. Я в натуре на острове, блядь. Правда, очень маленьком. Изучать будем эту местность уже в следующей серии. Так что всем спасибо за просмотр. До новых встреч. И всем пока.